8 санаторно-курортных организаций и один дитячий лагерь Могилевской области зараз проходить державную аттестацию. Кожная из установ повинна продемонстрировать належные умовы, как подтвердить свою категорию и отримать больше высокую. Атестацию санатории и лагеры проходят один раз на пятигодку. Працовная группа доследует объекты и робить высновы. Уже на их подставе на республиканском узровне принимают решение об атестации. Проходя аттестацию, санаторно-курортные организации или оздоровительные подтверждают свой статус, они получают еще категорию. То есть в зависимости от набранных баллов им присваивается категория. В этом году постановлением Совета министров введена такая категория даже как высшая. У санатория с высшей категорией повинна быть створена безбарьерная осяродье, максимально выкористовываться природные границы, а еще обовязковый бассейн и означенное оформление номеров. Зараз у области три установы первой категории – санаторий имя Ленина, Дубровенко и имя Орловского. Яны и будут в дальнейшем споборничать за высшую отзнаку, упевненные специалисты. Основной момент, который привлекает, безусловно, это доступность в цене и та медицинская база, которая сохранилась в наших санаториях. Это, наверное, в санатории Беларуси это единственная на постсоветском пространстве республика, где именно сохранились и приумножаются сегодня медицинские услуги, которые мы предлагаем гражданам, как нашей республики, так и иностранным гражданам. До речи, 90% замежных наведывальников наших санаторно-курортных установ – это россияне. И хотя отбылся их незначный отток, однако специалисты уверены, что это не поуплывает на заполняльность здравниц региона. Татьяна Дмитриева, Виталь Алексеенко, новини регион.